На этих выборах в Анапе будет работать 75 избирательных участков. Явка в нашем городе традиционно высокая. Да и по количеству избирателей муниципалитет занимает 4-е место в крае. По словам председателя территориального избиркома, за последнее время Анапа пережила довольно большой прирост миграции населения из других регионов. Поэтому особое внимание комиссия будет уделять людям, которые по тем или иным причинам не смогут сами посетить участки. Территориальная избирательная комиссия, сформирована рабочая группа по реализации избирательных прав людей с ограниченными возможностями здоровья. Эта рабочая группа обследует все избирательные участки на предмет доступности избирателей вот такой категории, потому что нам очень важно, что те люди, которые хотят реализовать свои избирательные права на территории избирательных участков, чтобы все могли принять участие именно там. Те, кто хочет проголосовать по месту жительства, они подадут заявку в участковую избирательную комиссию и к ним выйдут с переносной урной для голосования домой. Для повышения безопасности при проведении голосования все участки будут оборудованы специальными металлодетекторами. А помимо наблюдателей, на каждом избирательном пункте будут дежурить сотрудники полиции. Нововведение появится и в сфере высоких технологий. В этом году еще будет централизовано, организовано наблюдение на 43 избирательных участках из 75, где в режиме онлайн-трансляции в день голосования люди смогут смотреть, как организуется и проведется голосование на тех или иных избирательных участках. В этом году Анапская избирательная комиссия начнет работу 16 февраля, то есть ровно за 30 дней до выборов. Руслан Немцев, Михаил Григорьев, Анапа регион.